Так. Что? А, все наоборот. Ага. А, окей, хорошо. Сейчас. А. Так, ну хорошо, значит, начинай. А тут не надо ничего нажать, нет? Да, все хорошо, хорошо. Вот, ладно, значит, я буду сейчас рассказывать про модель Гадена и кристаллы. Ну, начну я, собственно, с мотивации. Почему, собственно, почему вообще эти вещи как-то связаны? Значит, мотивация состоит в следующем, что есть соответствие Дринфельда-Кона, которое состоит в том, что представление монодромии, связанное с технической замолочкой, выдается R-матричным представлением группы Кост в тензорном произведении представлений квантовой группы. А именно, то есть вот у меня есть одна сторона, где книжник замолочиков, и другая сторона, где квантовая группа. Значит, здесь я изучаю связанность КЗ. Это связанность такого вида. Т плюс. Капа сумма, соответственно, связанность в тривиальном расслоении со слоем тензорное произведение представлений алгебры Ли, ну, некоторой полупростой алгебры Ли же, значит, по лямбда и пи, неприводимые представления. Значит, расслоение на пространстве конфигураций с координатами z1 и так далее, zt, без диагонали zt равно zgt. Что? Да, расслоение, да, просто тривиальное расслоение с вот таким словом. Вот. Значит, представление монодромии этой связанности – это представление фундаментальной группы, соответственно, вот этого пространства. Ну и, в принципе, на всем тут, и на слое, и на самом этом пространстве действует симметрическая группа, так что можно считать, что это представление фундаментальной группы фактора, соответственно, этого пространства PSN, но эта фундаментальная группа – это группа COS. P1 от этой штуки. Получается представление группы Кос в пространстве, вот, ну вот в этом пространстве. Если мы отметим точку, то вот можно отождествить. Переставляю факторы. А, ой, прошу прощения, да. Сейчас. Ну да, прошу прощения. То есть, правильно это сказать так. Чтобы это было правильно, надо либо просуммировать это по всем перестановкам, сигма это c, либо сказать, что здесь действует фундаментальная группа этого пространства. Вот так это совсем корректно.
прошу прощения. Вот, то есть получается представление, ну да, точнее фундаментального грубоида этого пространства вот здесь переставляет тензорные факторы. Соответственно, теорема Дринфельда-Коэна, она сравнивает это представление с вот чем. Значит, у квантово-универсально обертывающей алгебры Леже, соответственно, тоже имеются неприводимые представления с такими старшими весами. Давайте я их обозначу вот так. Соответственно, тензорное произведение представлений квантовой группы, оно не симметрично, но тем не менее есть гомоморфизм из тензорного произведения представлений квантовой группы в одном порядке, в тензорное произведение представлений квантовой группы в другом порядке. Но этот изоморфизм, он не есть перестановка, а есть композиция перестановки с R-матрицей V1, V2. Вот. Ну, в частности, квадрат этой перестановки не является единичным оператором. То есть, если я применю попаду снова в тензорное произведение представлений в том же порядке, эта композиция это не будет единичным оператором, а будет, в принципе, можно сказать, чем. Значит, значит, теперь, если я возьму n-кратное тензорное произведение, то все такие то перестановки соседних тензорных сомножителей, они порождают действие группы кос, соответственно, ну опять же группоида BN вот на тензорном произведении N представлений, переставляя факторы. Значит, утверждение теоремы Дринфельда-Коэна состоит в том, что это изоморфные представления группы кос, но соответствие параметров тут следующее. Значит, в КЗ есть параметр каппа, здесь есть параметр Q, который связан следующим образом. Q есть экспонента от K. Вот, соответственно, значит, проблема, которая относится, собственно, ну, в ряд утверждений, про которые я сейчас расскажу, она состоит в том, чтобы изучить предел вот этого соответствия, когда каппа стремится к нулю. Вот, ну... Но вообще, строго говоря, такого предела нет, потому что тут имеется экспонент, и у нее там k равно нулю существенная особенность. И не очень понятно, в каком смысле вообще говорить о пределе. И понятно, что версий этой задачи много. То, что я имею в виду, это версия, когда k уходит в бесконечность по мнимой оси. Значит, k. То есть это значит, что ну, в зависимости от того, вверх мы идем или вниз, соответственно, Q идет к нулю или к бесконечности, мне это в данный момент не важно. Давайте считать, что Q идет к бесконечности. Вот. Значит, в этом случае, ну, по крайней мере, можно посмотреть, что возникает. Что за ситуация возникает в качестве предела здесь, и что возникает в качестве предела здесь. Значит, опять же, на стороне КЗ значит,
то, что у меня будет. Ну, тут вообще у меня имеется связность, ну, которая, строго говоря, при капо стремящемся к нулю становится чем-то неопределенным, но можно это все домножить на капо. Тогда видно, что в пределе капа к нулю никакой связности не остается. То есть этот дифференциальный член, он уходит в ноль. Остается просто оператор назначенная один форма. Ну и условие того, что эта связность плоская, она в частности дает следующее условие, что коэффициенты при... Соответственно, коэффициенты этой операторы назначенной один формы, они являются коммутирующими операторами. То есть на стороне КЗ тут имеется набор коммутирующих операторов. Это уже в пределе? В пределе, да. Ну, если я положу K по равному нулю, вот здесь. Да. Набор коммутирующих операторов. Вот, каких, собственно? Значит, операторов в пространстве. Значит, что за операторы? Ну, их можно явно написать. Значит, эти операторы. Да, это то, что называется гамильтоновая Гадена. То есть это мою связанность можно переписать как? Что это омега и т д z t минус z g t на z t минус z g t. Но это все равно, что сумма омега и g t h и t d z и t, где эти самые h и t. Это сумма по G не равно I омега и G t делить на Z и t минус Z G t. Вот. Соответственно, вот это коммутирующие операторы. Сейчас, ну никто не спросил, а я не сказал. Так, на всякий случай, омега и G t это взаимный казимир. То есть это... То есть это элемент из G тензор G, который является просто ко-сверткой. То есть XA двойственные базисы. Двойственные базисы G относительно какого-нибудь инвариантного скалярного произведения. А, да, и G это, соответственно, произведение ИТ и ЖИТ и копии G. Вот. Значит, эти коммутирующие операторы в этом тензорном произведении представлений, значит, возникают как законы сохранения в магнитной цепочке Гадена. То есть это гамильтоняны Гадена. Ну и, собственно, пределом задачи о плоских сечениях для связанности Книжника-Замолочкова является в данном случае задача на собственные значения для вот этих гамильтонян. Значит, теперь тут возникает задача на собственные значения. Теперь, что возникает на стороне квантовой группы? Значит, то есть, опять же, в принципе, наверное, много есть
возможно, много способов сказать, что такое предел представления квантовой группы, когда Q стремится к бесконечности. Но то, что, значит, то, что нужно здесь, это следующее. Значит, значит, есть понятие кристального базиса в представлении квантовой группы. Это следующая вещь. Значит, пусть у меня есть, пусть M — это какое-то представление квантовой группы. Значит, кристальный базис — это следующее данное, ну, точнее, набор данных. Что, во-первых, ну, во-первых, это не просто представление у Q от G при каком-то конкретном Q, а это представление у Q от G при общем Q, то есть зависящее от Q как от параметра. Значит, то есть это представление у Q над рациональными функциями от Q. Вот, значит, теперь хочется, чтобы это можно было в каком-то смысле специализировать в Q равной бесконечности. Это значит, что мне нужна в этом представлении решетка C от Q минус первая решетка. То есть модуль над кольцом многочленов от Q в минус первый, так что его локализация является вот этим. Что? Ну, в принципе, достаточно, да, в принципе, достаточно вот такого. Да, я согласен. Ну, в данном случае, наверное, не важно. Вот, но свободный модуль, да. Свободный модуль, так что m, так что, да, конечного ранга, так что m есть L тензор C от Q. Вот. Значит, во-вторых, ну, мне нужно, чтобы, ну, вообще M, я предполагаю, конечно, мерным представлением, в частности, тут есть весовое разложение. То есть мне нужно, чтобы эта решетка была согласована с весовым разложением. То есть M есть прямая сумма своих весовых пространств, и L тоже есть прямая сумма своих весовых пространств. Так что, соответственно, каждое весовое пространство — это решетка в соответствующем весовом пространстве. Значит, следующее. Какое условие? Нет, а почему она должна относиться к полной? Не, мне кажется, это условие надо наложить. То есть я не знаю, конечно. Ну да, да, да. Вот. Значит, дальше все-таки базис. То есть б
базис. Сейчас, нет, значит, минутку, до базиса. Значит, у меня есть операторы ЕИТ и ФИТ, образующие шевале квантовой группы. Значит, то, что нужно здесь, это то, что называется разделенные степени. То есть ЕИТ с волной и ФИТ с волной — это операторы, которые действуют следующим образом. Значит, я определю разделенную степень ЕИТова как ЕИТ в КТ делить на К Q-факториал. Вот, и аналогично, соответственно, и ФИТ. Теперь, значит, если я возьму мой модуль я мы разложу его относительно главного SL2, значит, прямую сумму каких-то L M-тах, разложение относительно главного SL2, порожденного ЕИТом и ФИТ. Значит, имея это разложение, я могу определить оператор ЕИТ с волной, который будет действовать следующим образом. У меня, значит, в каждой неприводимой компоненте, то есть в каждом... А, ой, прошу прощения, это не... В. Так лучше будет? Да. Ну... Да. Сейчас. Ну хорошо, нет, ну это локальное обозначение, но мне больше не понадобится. Вот. Значит, в неприводимом представлении УКУ от SL2 у меня имеется базис из старшего вектора F и T применить к старшему вектору, F и T вторая разделенная степень применить к старшему вектору и так далее. Соответственно, оператор ЕИТ с волной — это оператор, который мономиально действует, просто вот этот базис сдвигает наверх, а ФИТ с волной — это оператор, который действует в другую сторону. Ну, соответственно, в конце он действует, ЕИТ в конце действует нулем, ФИТ в этом конце действует нулем. Вот. Значит, условие состоит в том, что L, значит, должно сохраняться этими операторами. Значит, следующее данное — это все-таки базис. То есть у меня есть базис. L по куб минус первый L. Значит, такое что? Ну, тоже согласованный. С весовым разложением. Такое, что ЕИТ с волной B то есть такое, что вот эти самые операторы E с волной, F с волной, они переводят базисные элементы в базисные элементы или в ноль. Ну, что значит переводят? То есть если я как-то подниму эти базисные элементы в L,
подействую на них оператором KTS-волной или FTS-волной, то я с точностью до чего-то, что делится на куб минус первый, получу снова байсный элемент. Вот, то есть решается следующая задача. Хочется в представлении квантовой группы иметь базис, в котором бы EIT и FIT, то есть образующие шевале, действовали бы мономиально. Конечно, такого мы добиться не можем, просто потому что соотношение сложное, и так не может быть. Но такой мономиальный базис существует с точностью до членов, делящихся на Q-1. Идея в том, что вот этот предел Q в бесконечность, он эти младшие члены, которые делятся на Q-1, убивает. Вот, и остается чисто мономиальное действие. Правда, теперь не квантовые группы, а не очень понятно чего. То есть каких-то вот этих яитых сволн и фитых сволн. Да. Ну, в смысле, а... Нет, но он, этот базис был нужен для того, чтобы определить EITS волной и FITS волной. Ну, значит, еще раз. Это оператор, который... как бы я хочу в каждом месте умножать EIT и FIT на некоторую константу, зависящую от Q. Вот здесь я по крайней мере, пытаюсь объяснить, на какую константу надо умножать. Просто явная запись. Да. Ну, она какая-то... Да, какая-то. То есть надо его умножить на функцию от K. Это же... дальше есть общая теорема, что такие байсы вообще существуют, это нетривиально. Вот. Ну да, да. Что? Нет, то же самое. Ну, это вопрос соглашения. Да, все то же самое можно говорить. Да. Нет. Ну, вот в этом пределе, ну, на самом деле нет. Нас интересуют все собственные значения гамильтонианов. То есть можно сказать так, что решение уравнений книжника Замолодчикова, они имеют асимптотическое разложение по капу, при капу стремящемся к нулю. Вот, это асимптотическое разложение этих решений. Ну, можно в пространстве решения выбрать такой базис, чтобы асимптотическое разложение начиналось с собственного вектора для гамильтонианов Гадена. Это как бы, ну, вот собственный вектор, это первый член в асимптотическом разложении. Вот. Значит, то, что... Не знаю. Быстро, да, да. А если хотите его сделать долго, то Ну, может, но... Для связанности Гадена в общей задаче по этому информации, как происходит? Наверное, я не знаю. Наверное, все-таки я настолько далеко не разбирался. Вот, то есть тут мне хватило просто вот такого обычного... Ну да, нет, ну это интересный вопрос. Ну я не знаю, я спрошу потом, если можно. Да, значит, тут
Да, то, что тут возникает, это на самом деле картинка, ну, видно, что это чисто комбинаторная вещь. То есть у меня имеется множество то есть B это множество, которое разбито на весовые подмножества по весам. Вот. И между этими весовыми подмножествами имеется отображение. Ну, строго говоря, такие частично определенные. То есть еще есть отдельно где-то ноль, который я не хочу рисовать. Вот. Ну, в общем, короче говоря, вот этому данному можно сопоставить ориентированный граф, ребра которого покрашены простыми корнями алгебры Лиже. Граф. Значит, ребра покрашены корнями альфа-иты. Вот. И, соответственно, ребра, покрашенные корнем альфа-иты, оно ведет из элемента b от лямбда в элемент b от лямбда, соответственно, минус альфа-иты. То есть так я изображаю то, как действует f-иты с волной. Вот. Это какой-то там альфа-жит. Значит, картинки, которые возникают таким способом, то есть вот такие ориентированные графы с крашенными ребрами, можно аксиоматизировать. И соответственно, комбинаторный объект, который тут получается, называется кристаллом алгебры Лиже. Нет, так нельзя сказать. То есть подмножества занумерованы весами всевозможными, а стрелочки крашены простыми корнями. Нет. Нет, то есть стрелочки могут вести только из... Да. Ну да, то есть действительно... Да, вершины разбиты на подмножество и сказано, как в принципе могут вести стрелки. Вот. Значит. Ну, да, я не хочу ее рисовать. То есть то, что f-it от какого-то элемента байса равно нулю, это значит, что из этого элемента просто не идет никакой стрелки. Это однозначно не все восстанавливает. Вот. Значит. Он зависит от алгебры и ее представления. Ну, то есть я его построил по представлению. Вот поэтому M. Вот. Значит, аксиоматизируется это следующим образом. Значит, кристаллом называется такой граф, значит, в котором вершины крашены весами, стрелочки крашены простыми корнями, с дополнительным условием, что любая максимальная цепочка стрелочек одного цвета, альфа-иты, значит, любая такая максимальная цепочка, соединяет два элемента, веса которых отличаются простым отражением, соответствующим. То есть здесь имеется какой-то вес лямбда, а здесь имеется s-ит от лямбда. Вот, значит,
Значит, примеры. Не, ну там, в принципе, есть отдельный вопрос, как вот в таком определении кристаллов выделить те кристаллы, которые действительно получаются из настоящих представлений УКУ. На то, значит, на этот вопрос есть разумный ответ, но всего рассказать невозможно. То есть я, пожалуй, сейчас не буду говорить, может быть, скажу в конце, когда будет определено тензорное произведение кристаллов. Значит, примеры. Значит, если G это алгебра Ли SL2, то кристалл представления SL2 это просто объединение таких цепочек. Ну, понятно, да, каждый из которых начинается в каком-то весе k и заканчивается в весе минус k. И, соответственно, идет шагом 2. Вот. Значит, это первый пример. Второй пример, который мне понадобится, наверное, это если же SL3, значит, пусть M это стандартное представление C3. Значит, автологическое. Значит, тогда у меня есть. Значит, три элемента. Есть старший, следующий из него получается действием первого корня, а младший получается из среднего действием второго корня. То есть это две разноцветные стрелочки. Что? Сейчас есть цвет номер, действительно. Можно, да, прям много разноцветных. Сейчас желтенький. Да. Сейчас желтый не очень отличается от белого, пусть будет синий. Сейчас синий лучше, да. Значит, вот. А есть еще, значит, это тавтологическое. А если я возьму M, значит, это C3 со звездочкой, двойственное представление, тогда это будет, соответственно, наоборот, вот так. Вот. Значит, теперь. Под разным наклоном. Хорошо. Тем более, что. Да. Сейчас, Ром, как ты предлагаешь? То есть вот так и вот так. А здесь тогда будет наоборот. Вот так и вот так. Хорошо. Ага. Вот. Значит, теперь, я по-прежнему еще не очень близко к цели, потому что на той стороне КЗ у меня было тензорное произведение, а здесь пока нет. Значит, я могу сказать, что такое тензорное произведение. Тензорное произведение кристаллов. А именно, вообще говоря, если я стартовал с пары каких-то представлений M1 и M2, в каждом из них выбрал кристальный базис, тензорное произведение, соответственно, в каждом выбрал по решетке, в факторе решетки по куб минус первый выбрал базис и так далее, значит, я могу все эти данные тензорно перемножить. То есть взять здесь в качестве решетки тензорное произведение одного и другого, а в качестве базиса тензорное произведение базисов. Значит, тогда у меня получится кристальный базис вот здесь. Вот, а на соответственно, как бы имея вот такой граф для M1 и M2, у меня получится некоторый граф для M1 тензор M2. Вот, то есть получится некоторое комбинаторное правило, которое вводит вот такую же структуру ориентированного графа с крашенными ребрами на декартовом произведении, значит, двух таких данных. Вот. И это комбинаторное правило, значит, правило тензорного произведения, оно состоит в следующем.
что для стрелочки каждого цвета я отдельно определяю, как вводятся стрелочки того же цвета на тензорном произведении. Поэтому мне на самом деле достаточно написать это правило для SL2. И вот я его сейчас нарисую, это правило. То есть для SL2, вот скажем, я хочу перемножить четырехэлементный кристалл четырехмерного неприводимого представления на, скажем, трехэлементный кристалл. И это будет, значит, как множество вершин от декартового произведения одного на другое. А стрелочки определяются по такому правилу, что я иду, значит, начинаю с самого старшего и иду вдоль первого, пока не закончится. Потом, пока я пришел, я иду вдоль второго, пока не закончится. Вот, соответственно, теперь я беру следующий свободный, иду, пока могу, вдоль первого, потом вдоль второго. Вот. Вот такое правило. Вот оно нарисовано. Ну, соответственно, есть наоборот, ну, как бы... В общем, понятно. Вот. Соответственно, так определяется кристалл на тензорном произведении. И можно заметить, что разложение в связанные компоненты тут в точности такое же, как разложение тензорного произведения неприводимых представлений SL2 в прямую сумму неприводимых. Соответственно, вот в качестве следующего примера вот может перемножить два таких кристалла и посмотреть, что получится. Значит, пример. Вот давайте действительно перемножим. Ну, сейчас я все-таки в одну линейку нарисую, потому что мне измерений не хватит. То есть, значит, такой тензор на такой. Вот, это будет на декартовом произведении, вот на этом девятиэлементном множестве. Значит, как мне нужно нарисовать стрелочки? Смотрим. Значит, сначала нарисуем белые стрелочки. Здесь я просто должен так нарисовать. Значит, теперь здесь я должен пойти сначала вниз, потом сюда. И здесь я должен еще такую стрелку нарисовать. Правильно? Белые стрелки кончились. Теперь что делать с синими стрелками? Значит, здесь я должен нарисовать синюю стрелку, здесь я должен нарисовать синюю стрелку, здесь я должен нарисовать синюю стрелку. Правильно? И здесь я должен нарисовать синюю стрелку. Окей? Вот, применил правило, просто ну, как-то, ни на шаг не отступив. Вот. Ну и ожидаемым образом... То, что у меня тут получилось, развалилось на две связанные компоненты, одна из которых изображает из себя присоединенное представление SL3, а другая изображает из себя тривиальное. Вот, значит, удивительным образом, просто не зная заранее ничего, стартуя просто с представления. На самом деле можно стартовать даже просто с одного вот этого представления, с кристалла тавтологического представления. Можно при помощи этой операции тензорного произведения получить кристаллы всех других неприводимых представлений SL3. Можно еще раз правило стрелок расстановки стрелок? Значит, правило расстановки стрелок каждого цвета зависит только от того, как стоят... Ну, я просто для того, чтобы поставить белые стрелки, я должен не обращать внимания на синие стрелки. Вот, то есть сказать что? Что у меня вот... У меня есть произведение вот этой компоненты на вот эту точку. Вот оно. Есть произведение вот этого на вот это. Вот оно. Есть произведение теперь вот этого на вот эту точку. Вот оно. Точка на точку. Вот. Потому что это произведение точки на вот это.
мы не да, для каждого простого корня мы действуем независимо. Вот по этому правилу. Вот. Значит, значит, факт про тензорное произведение. Он состоит в следующем, что тензорное произведение, ну вот, вот для SL2 это очевидно более-менее, но это и всегда так. Значит, тензорное произведение в одном порядке, ну видно, что оно несимметрично, да? Тем не менее, тензорное произведение в одном порядке изоморфно тензорному произведению в другом порядке. То есть есть биекция, которая сохраняет там стрелочки. Тензорное произведение кристаллов. То есть если бы кристалл B1, B2 изоморфен кристаллу B2, B1. Но этот изоморфизм, он не является перестановкой сомножителей, а он как, ну, собственно, нечего ожидать такого. Поскольку для представления квантовой группы изоморфизм тензорного произведения в одном порядке, тензорного произведения в другом порядке, он тоже не дается перестановкой сомножителей, а дается композиции перестановки сомножителей с R-матрицей. Вот здесь, значит, с R-матрицей проблемы. Потому что, строго говоря, никакая R-матрица не может сохранять решетку. Значит, проблема. То есть хотелось бы сказать, действительно, хотелось бы сказать следующее, что у меня есть R-матрица, то есть есть композиция PSR, которая действует из M1 тензор M2 в M2 тензор M1. Ну и возьмем ее предел в Q равном бесконечности и получим нужную биекцию. Но так сделать нельзя по следующей дурацкой причине, что никакая R-матрица не может сохранять решетку. Что R от L1 тензор L2 не может лежать в L2 тензор L1. И это по следующей причине, что квадрат R-матрицы, он, то есть R на R, оп, это что, собственно, такое? Это ну, это Q в степени диагональный Казимир. То есть если я тензорное произведение представления разложу в прямую сумму неприводимых относительно действия УК, то этот оператор, он, конечно же, сохраняет это разложение, но на каждой неприводимой компоненте он действует своей степенью УК, которая, соответственно, зависит от старшего веса. Вот, ну, поэтому, значит, беда. Вот. Но выход тут простой, а именно состоит в следующем, что давайте насильно сделаем R-матрицу, ну точнее вот этот перестановочный оператор, насильно сделаем его инволютивным. А именно разделим на корень вот из этой штуки. То есть тут для того, чтобы получить перестановку на тензорном произведении кристаллов, мне нужно то, что называется унитаризованное. Дринфельдовская унитаризованная R-матрица. Значит, это следующая вещь. R с чертой, которая по определению есть, ну, значит, если мне нужно
из тензорного произведения модулей M1 и M2, это, значит, R умножить на R композиция с RO минус 1/2. Значит, из такого оператора понятно, как извлечь корень. То есть вот то, что тут написано, это Q в степени дельта от Казимира минус. Вот. Вот такая штука. Да. 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 Нет, там, ну, значит, вот это S-чертой, оно, чем оно хуже, собственно? Для него нету braid relation. А есть какой-то другой, есть какой-то другой relation, который я сейчас напишу. Да, который я сейчас напишу. Да, то, что получается, это называется, значит, с обычной R-матрицей у меня получается то, что называется braided категория, а здесь то, получается то, что называется co-boundary. Нет. Ну как, это в центре диагональной УК. Это в центре диагонально вложенного УК, но не в центре УК на УК. Вот. Ну это элемент пополнения тензорного квадрата, да. Ну, это Дринфельдовский Казимир от... Ну, да, это такой... Это Дринфельдовский Казимир. То есть это не конечное выражение, а бесконечное. Ну, да. Вот, значит, тут то, что дает такая униинтеризованная R-матрица, это структура к ограниченной категории на представление квантовой группы. А именно... Это оператор. Значит, ограниченная категория, это моноидальная категория. Плюс функториальный морфизм. Нет, наверное, сейчас. Ну да, она называется ограниченной, исторически называется ограниченной, потому что категория представлена как ограниченной биалгебры, она является примером такого. Да. Ага. А, ну да, да. Да, да, все правильно. Да, все правильно. А скажите, если взять формулу R на какой, R с другой стороны? Сейчас. А, нет, не другая, потому что R перестановочно же с диагональным УК, правильно? А, да. Вот, поэтому, а это лежит в диагональном УК. Так что не важно, с какой стороны. Вот, значит, да, функториальный изоморфизм, то есть CM1, M2 из M1 тензор M2 в M2 тензор M1. Вот. Так что имеет место следующая коммутативная диаграмма. Ну, значит, я считаю, что морфизм ассоциативности у меня тривиальный. Значит, поэтому я скобок ставить не буду, когда этого не требуется. Значит, я могу, в принципе, двумя способами прийти из тензорного произведения трех
объектов в одном порядке, в тензорное произведение трех объектов в противоположном порядке. Значит, здесь я могу сначала переставить M1 и M2. M2 тензор. M1. А потом их произведение переставить с третьим. M1, прошу прощения, да. Вот, а могу сделать наоборот. Могу сначала переставить вот эти два. То есть M1 на M3, M2. И потом, опять же, произведение переставить с этим. Вот это диаграмма коммутативная. Значит, то, что дается унитаризованной R-матрицей, обладает таким свойством, но не удовлетворяет braid relation. Вот. Значит, в смысле кристаллов эта штука полезна, потому что у нее таки есть предел бесконечности, и она в пределе дает биекцию между тензорным произведением кристалла в одном порядке и тензорным произведением кристалла в другом. Ну, проблема с обычной R-матрицей, что ее надо на что-то отнормировать, то есть чтобы она действовала чтобы она сохраняла решетку, чтобы не возникало умножение на положительной степени Q. Да. Да. Нет, это... Ну, возьмем кристалл и представим. Сейчас, то, что категория кристаллов, это категория с тензорным произведением. Вот я могу их тензорным перемножать вот по такому правилу. Нет, пока нету этой биекции, на самом деле, между тензорным произведением в одном порядке и в другом. Ну, то есть для SL2 действительно тут несложно угадать, какая это биекция, тут вариантов нету. А вообще говоря, вообще говоря, это теорема о том, что такая биекция есть, она там функториальна и так далее. Вот, и видимо, наиболее естественный способ ее построить, он именно такой. То есть это то, что делается там в работе Камницера и Тингли, там, сколько, 15-летней давности. Вот. Значит, вот они определили так. В принципе, есть и чисто комбинаторный способ, который там принадлежит тоже Камницеру и Энрикесу. Но мне кажется, когда есть такой способ, то... Не говорит ничего про множитель, да. Потому что тут вообще как бы чисто такое, теоретика множественная такая вещь. Правильно понимаешь, что утверждение о том, что унитаризованная R-матрица представляет кристалл, осталось
дополнить утверждение, что у кристалла соответствует некое представление. Ну вообще это все работает для кристаллов представлений только. Тогда все. Вот это способ. Ну, в принципе, его действительно, его можно комбинаторно вычислить. То есть можно сказать, что это такое в терминах там, разных хитрых комбинаторных биекций. В данном случае в терминах инволюции Шутценберже можно сказать, что это такое. Вот, но это может быть, опять же, прям немедленно не нужно. Значит, инволюция Шутценберже, она вообще есть для любой конечной мерной алгебры. Если пытаться это обобщать на афинный случай, то как бы начинают возникать трудности. Сейчас, значит, теперь в чем, собственно, утверждение? Значит, во всякой ограниченной категории, но вот такого типа морфизмы, значит, в брейдед категории такого типа морфизмы порождают действие группы кос на n-кратном тензорном произведении. Здесь, соответственно, здесь возникает действие другой группы, которая, ну, является вот таким аналогом группы кос в ограниченных категориях. И это называется кактусная группа. Сейчас скажу, по какой причине. Вот. Это, соответственно, аналог группы кос в пограничных категориях. Значит, это следующая группа. Значит, вот из этого соотношения, на самом деле, если его применить много раз к многократному тензорному произведению, следует, что однозначно определена инволюция, которая переворачивает n-кратное тензорное произведение в обратном порядке. То есть m1 тензор m2 тензор m3 тензор mn, соответственно, в обратном порядке. Вот. И на самом деле, более того, можно написать, по крайней мере, какие-то соотношения на такого типа инволюции, которые заведомо выполнены. То есть можно, соответственно, породить группу с образующими соотношениями. Сейчас скажу, какими. То есть вот у меня есть множество 1 и так далее n. Для любого отрезка от k до l в этом множестве k плюс 1 и так далее l k меньше l. Значит, любому отрезку соответствует образующее. SKL, которая берет тензорное произведение M1 и так далее MN и переворачивает отрезок от K до L в обратном порядке. Вот. Значит, соотношение, которым эти образующие, следующее, что, во-первых, всякая SKL, что это действительно инволюции, то есть они в квадрате все по единице. Во-вторых, если эти отрезки друг с другом не пересекаются, то, соответственно, это соответствующие образующие тоже не разговаривают, они коммутируют. То есть S, K, L, S, какие еще буквы, S, P, Q, они, соответственно, равны S, P, Q,
S, KL, если эти отрезки расположены так, KL, соответственно, вот. И есть еще один случай, когда понятно, какое соотношение, когда отрезок, один отрезок находится внутри другого. Значит, KL и внутри него PQ. В этом случае маленькую инволюцию можно сопрячь при помощи большой, и получится тоже инволюция, которая переставляет, ну, отрезок, который получился из ПК, переворачиванием отрезка КЛ. Нет, я могу сказать потом, как они связаны. Тогда боюсь, что это будет просто уже симметрическая группа. Сейчас, значит, ну, не тройной, тогда надо на все наложить, что они выражают. На все тогда симметрическая группа. Вот. Ну, потому что они еще вот такие. Они, да. Ну, тогда другая группа получится. Не знаю, ну, так уж. Вот, то есть, да, SKL. Как я сейчас скажу, почему как это? SPQ, SKL, это S, K плюс L минус Q, K плюс L минус P. Вот. Вот, соотношения написаны. Значит, теперь почему, да, законный вопрос, почему эта группа кактусная? И действительно, ответ на него следующий, что эта группа, подобно тому, как группа кос является фундаментальной группой пространства конфигурации, ну, там фактор по симметрической группе, то есть этот cn минус zg по sn, Вот. Также есть вот другое КП1, которое не менее важное, а именно вот не такое, а компактификация Делини-Мамфорда вещественных стабильных рациональных кривых. То есть М0, N плюс 1 с чертой вещественные. Вот, на нем действует SN, ну, там я могу зафиксировать одну из этих N плюс 1 отмеченных точек, на остальных будет действовать SN. И, фундаментальная группа в разумном смысле, тут на самом деле как бы орбифолдная нужна фундаментальная группа, это вот как раз эта кактусная группа. Да, есть крашенная кактусная группа, которая... В смысле патерненный? Вещественный, комплексный? Не знаю. Я хорошо вопрос, да. Не знаю. Нет, совсем не знаю. Например, мне объясняют, что слово кактус. Кактус, потому что... Да, потому что такое, собственно, компактификация Делини-Мамфорда, она параметризует рациональные кривые с отмеченными точками, в том числе на дальние. А что такое надальная кривая, стабильная кривая? Ну, это такое дерево из компонент. Соответственно, на каждой компоненте имеется хотя бы три выделенных точки, либо надальные, либо отмеченные. Ну, можно больше. Вот. Нарисовано комплектное, да. То есть вещественное — это такая картинка из действительно окружностей. То есть не сфер, а окружностей. Вот, и понимаются они как... Ну, тем не менее, эти окружности, они понимаются как такие... Как, ну, вот эти картинки, они понимаются как трехмерный объект, то есть окружность может повернуть на 180 градусов относительно точки, к которой она прикреплена. Вот. Значит, вот, то есть группа, которая возникает здесь, это вот такая. Это вот такая группа. И она действует, собственно, на тензорном произведении кристаллов. Она действует, переставляя копии. Значит, теперь
Да, значит, теперь я почти готов сформулировать утверждение. Для этого мне достаточно сказать, как та же самая кактусная группа возникает на стороне КЗ, то есть в модели Гадена. Значит, модель Гадена. Значит, у меня есть операторы H, I, T, которые действуют в тензорном произведении V1 и так далее. V1n. Ну, значит, тут имеется задача на собственные значения. Всего я рассказать не успею, значит, я могу сказать здесь следующее, что это задача на собственное значение, что она имеет что ее, по крайней мере, можно решать следующим образом. Здесь имеется большая коммутативная алгебра, которая действует в этом тензорном произведении, содержит вот эти ошибки. Значит, имеется большая коммутативная подалгебра. Она зависит от, соответственно, параметров z1 и так далее, zn. Ну, соответственно, в тензорной степени универсально обертывающая алгебра, которая тут действует. Значит, эта подалгебра, она содержит вот эти ошиты. Ну, и вообще говоря, она содержит еще много чего. То есть в случае SL2, на самом деле, по большому счету, она ничего другого не содержит, а именно, значит, содержит ошиты и, собственно, центр вот этой алгебры. Этим порождена. Для любой другой алгебры Ли на самом деле есть еще дополнительный элемент универсально обертывающий, который с этими ошибками коммутирует. Есть некоторый канонический способ построить вот эту алгебру. Значит, есть естественный способ. Да. Я могу сказать, значит, чем нумеруется спектр, но вот скорее вот этой алгебры. То есть для. Есть много работ, которые действительно посвящены вот, какому-то описанию спектра вот этой алгебры, вот в этом представлении. Да, Варченко, да, да. Ну, да, сейчас скажу. Значит, то есть есть вот такая алгебра, ну, собственно, это ее конструкция, принадлежит Фейгину, Борь Фейгину, Эдику Френкелю. И Решетихину. Ее спектр здесь описывается следующим образом. Я сейчас скажу много слов, я объясню только некоторые на примерах, но постараюсь. Значит, спектр — это оперы относительно Ленгленд-двойственной группы на CP1, обладающие следующим свойством, что, во-первых, они имеют только регулярные особенности и только в точках z1 и так далее, zn и бесконечность.
значит, вычеты в этих регулярных особых точках считываются с лямбда 1 и так далее, лямбда n. Ну, однозначно определены. И дополнительно накладываются условия отсутствия монодромии. Вот. Значит, теперь что, собственно, тут написано? Ну, просто когда вычет целый, то там отсутствие монодромии — это дополнительное условие, что нет логарифмического ветвления. Вот, и его надо наложить. Да, ну тут, да. Ну, да, вычеты, они, грубо говоря, они вот эти лямбды и есть. Ну, лямбда — это доминантные целочисленные веса для алгебры Лиши. Они являются ковесами для Лингленс-двойственной. Вот. Вот. Вот, собственно, пример. Если же это SL2, ну, Лингленс-двойственная тогда, ну, группа — это PGL2, а опер — это, соответственно, дифференциальный оператор второго порядка, D2 плюс QZ. Вот. Соответственно, этот Q — условие, что он имеет, значит, он, значит, Q от Z есть сумма каких-то C итах на z минус z и t в квадрате плюс какие-то d и t на z минус z и t. Вот. Значит, теперь, ну, на c и t условия. Значит, c и t — это просто лямбда и t на лямбда и t плюс 2 на 4. Вот. А это какие-то. Да, и на... да, и, ну, отсутствие монодромии, соответственно, дают условия на эти дейты. Да, и эти дейты являются собственными значениями ошибок. Вот. То есть условия того, что какое-то собственное значение здесь появляется, это, оно равносильно условию, что вот вот такого вида дифференциальный оператор имеет тривиальную монодромию. Ну, это условие типа... Нет, ну, для SLN в TPI это набор алгебраических уравнений, которые, ну, как... Да, типа бетандация. Ну, можно, да, можно. Ну, есть несколько разных способов эти условия выписывать алгебраически. Да. 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 Вот. Ну, вычислительно, я думаю, что уравнение бетандации проще, чем просто посчитать спектр оператора. Ну, вот, но нет, но тут... То, что я хотел тут сказать, это немножко другое. Я хотел сказать, что вот есть эти уравнения ансатца беты, ну, которые эквивалентны вот этим уравнениям тривиальности монодромии, там каких-то оперов и так далее. Вот. Значит, их решение — это какие-то хитрые функции от Z. То есть они не рациональны,
Ну, то есть это многозначные функции от Z, на самом деле. То есть решение этих уравнений. Ну вот, да, отсутствие монодромии это ансатц бета. Это решение ансатца бета. И это многозначные функции от Z. От z1 и так далее, zt. Не, ну это какие-то функции. Но это решение алгебраических уравнений, у которых коэффициенты зависят от z, у которых коэффициенты являются рациональными функциями от z. Поэтому, ну как, это какое-то расширение, ну, как они элементы в каком-то расширении Галуа полирациональных функций. Соответственно, вот это, ну, поэтому на этих решениях действует группа Галуа. Вот, и вопрос, можно ли хоть как-то вообще описать это действие. Ответ, что вообще, конечно, эта группа Галуа какая-то очень большая, и что-то сказать про нее вообще трудно. Но, по крайней мере, то, что я умею описывать от нее некоторый кусочек. Да, здесь есть, да. Да, то есть тут имеется взаимнооднозначное соответствие между собственными значениями и такого вида опера. Вот, но более точно, на самом деле, можно сказать так, что эта алгебра, она здесь всегда действует, ну, строго говоря, надо говорить так, что эта алгебра, она, конечно, она коммутирует с диагональным действием G, вот, поэтому, ну, у ее собственных значений, конечно, имеются кратности, которые происходят из-за того, что мы просто раскладываем эту прямую сумму неприводимо. То есть поэтому содержательная задача о диагонализации этой алгебры в пространстве старших векторов. Вот. Еще хотел сказать. Да, и вот в этом пространстве старших векторов эта алгебра всегда действует с циклическим вектором. То есть есть вектор, из которого все порождается. Это значит, что любое совместное собственное значение, оно реализуется только на одном векторе. Вот. Но может так быть, что есть жордановые блоки, и тогда просто таких собственных векторов меньше, чем могло бы быть. Вот. Вот. А утверждение состоит в том, что при общих значениях z, и можно даже сказать, при каких конкретных значениях z, все-таки действительно спектр прост. А именно, теорема состоит в том, что если z и t вещественны, то тогда к общему утверждению о том, что эта алгебра действует здесь циклическим вектором, добавляется еще утверждение, что она действует нормальными операторами относительно эрмитовой формы, и поэтому диагонализуем. А если одновременно модуль циклический и полупростой, то он, соответственно, простым спектром. Вот. То есть тогда вот эта алгебра, когда затем действует вот здесь. С тем спектром. Вот, и даже более того, здесь у меня имеется семейство коммутативных алгебр, которые зависят от этих параметров z, которые при вещественных значениях z действуют всегда с простым спектром. Значит, тут утверждение следующее, что это семейство коммутативных алгебр, его можно расширить до семейства коммутативных алгебр, параметризованных точками компактификации деления Мамфорда. То есть то, чем на самом деле параметризованы эти алгебры, это вот что, это такие наборы z1 и так далее, zn, но с точностью до чего? То есть на самом деле алгебра не поменяется, если я одновременно эти z сдвину, и если я их одновременно растяну.
Ну, это видно, ну вот, например, вот эти ошибки совершенно не поменяются, они только умножатся на какие-то константы. Вот, ну и все остальные образующие этих алгебры на самом деле тоже не поменяются. То есть пространство параметров — это вот такие наборы с точностью до… до одновременных преображений z в z плюс b. Ну, а это что? Это то же самое, что просто… Потому что на самом деле тут еще там скрытым образом что-то в бесконечности сидит. Тут бесконечно выделено. Вот. И это то же самое, что m0 n плюс 1. Вот. Ну вот утверждается, что это пространство параметров можно замкнуть по делению Мамфорда. И каждой точке в этом делении Мамфорда тоже будет соответствовать коммутативной подалке. Что, точки? Да. Да, то есть я могу взять предел таких коммутативных алгебр, когда точки сливаются. Там нет, не будет. Просто будет больше компонент. Да, если их все, да, то есть в частности вот есть такой наиболее простенький в каком-то смысле то, что называется гусеничный предел, гусеничная точка. В этом m0 n плюс 1. Вот. Ну, когда все компоненты так друг за другом, и на каждой, ну, кроме ну, на крайних по две отмеченных точки, а на средних по одной. Вот. Этой точке соответствует следующая алгебра. Вот я беру универсальную обертывающую в OG, тензор OG, тензор и так далее. Значит. И сначала беру подалгебру вот здесь, коммутативную. Ну, на самом деле, подалгебра Гадена в тензорном произведении двух, она не зависит ни от каких параметров, ну, потому что вот так. То есть, можно сказать, что от нуля. Вот. И коммутирует с диагональным действием G вот здесь. Значит, поэтому здесь с ней коммутирует всю дельта OG. Вот здесь. Теперь в дельта OG, в тензорном произведении дельта OG и вот этого, я беру тоже А от 0, 1. Вот, и так далее. Вот, то есть на самом деле алгебра, которая получается предельным переходом из под алгебру Гадена, они тоже как бы составлены из таких же под алгебру Гадена. То есть, ну и, в общем, более-менее так же, как ведут себя точки, когда сливаются на компактификации деления мап. А, это более сложный вопрос. Тут на самом деле он превращается в… То есть вот этот дифференциальный оператор второго порядка, он превращается в пару дифференциальных операторов. То есть когда какая-то группа точек, значит, когда у меня есть, соответственно, P1 с отмеченными точками, когда какая-то группа точек сливается, значит, здесь что происходит? Тут выдуваются новые компоненты, на которых все они сидят. Вот. С этой штукой тоже такое происходит. То есть остается D2 плюс Q на исходной компоненте, и появляется еще новые D2 плюс Q на этой. Они согласованы, да. А именно, что… Нет, ну, одно D2 плюс Q — это просто предел того, что было, а другое — это на самом деле тоже предел того, что было, но в перенормированной координате, вот в окрестности этой точки. И они, как в этом пределе, они перестают друг про друга что-то знать. Они остаются связаны только условием, что вычет этого равен минус вычету этого вот на дальней точке. То есть на дальней точке является как бы регулярной особой точкой для каждого из них. Вот, и вычеты связаны. Одно раздутие другого, одно раздутое,
Не, определенно. Не, ну ладно, это я могу отдельно объяснить. Но во всяком случае это. Ну да, с точки зрения вот этой компоненты, тут сидит вот надальная точка является бесконечность. Да. Нет. Просто дело в том, что у этих оперов у них регулярная особенность в точках z1 и так далее, zn и в бесконечности. Вот. И вычет бесконечности он отвечает за старший вес относительно диагонального действия же. Вот. Да, ну вот, я почти уже у цели, то есть я сказал, как построить семейство коммутативных алгебр параметризованных точками вот этого. И кроме того, я знаю, что на вещественном кусочке этого деления Мамфорда мои алгебры всегда действуют с простым спектром. Это утверждение распространяется на квантификацию. То есть на m0, n плюс 1 с чертой вещественным простой спектр. Вот. Это значит, что множество собственных значений вот в этом пространстве, оно образует накрытие над вот этим пространством, над вещественной компактификацией деления Мамфорда. То есть у этих собственных значений, конечно, вообще у них какая-то жуткая монодромия там относительно каких-то, ну, там группа Галуа какая-то очень большая, но у этой группы Галуа есть такой познаваемый кусочек, а именно фундаментальная группа вот этой штуки. То есть которая действует монодромией вдоль вещественного кусочка деления Мамфорда. И это то, что я могу описать. Значит, утверждение. Вот мы его можем определить. То есть надо слой над точкой, и это множество собственных значений, соответствующие алгебры вот в этом векторном пространстве. Вот. Ну, в смысле, что это вот размерность этого пространства, листное накрытие. Да. То есть у меня имеется e, которое зависит от лямбда 1 и так далее, лямбда n над вещественным делением Мамфордом. Это, соответственно, dim v лямбда n sin листное накрытие. Вот. Вот. Значит, теперь теорема. Ну, это гипотеза Паши и Тингофа . А доказали ее мы с Джоэлем Камницером и Викхалачем и Алексом Виксом. Что имеется биекция между собственными векторами операторов Гадена и множеством старших элементов в танзорном произведении кристалла. В танзорном произведении кристаллов b лямбда 1 и так далее. B лямбда n.
который уважает действие группы GN, вот этой как фундаментальной группы вот этой штуки. Соответственно, здесь и там. Относительно GN. Вот. То есть таким образом. Ну вот, ну да, то есть кусочек какой-то монодромии решения ансатца бета, он описывается в комбинаторных чисто терминах. То есть в терминах действия кристаллических коммутеров на тензорном произведении кристалла. Вот. Вот это, собственно. Это, собственно, утверждение. Ну, да, значит, а что вообще со временем? То есть я когда должен кончить? То есть я могу сказать несколько слов про доказательства, могу не. Ну да. Да, хорошо. Что? А, да. Nothing to prove. Ну, я этого, да, наверное, это. Не, интересно, то есть я так хотел бы узнать. Да. Но при этом как-то у вас все время еще очень важную роль играют за какие-то работы вещественные, хотя бы Ну да, с точки зрения этой задачи, это просто некоторые технические условия, которые гарантируют простоту спектра. Вот, а с другой стороны, почему-то вот на стороне кристаллов оно как-то. Там нет никакого условия вещественности. То есть там есть. Ну. Так, там как бы сразу возникает там вот этот. Ну да, там сразу возникает вот та же самая группа. Свещи. Да, да. То есть вот. Просто когда-то у меня была старая деятельность, которая говорила, что при деле плюс для общих связок теряется голоморфность, остается только вещественная структура. Ага. А, не знаю тоже. Просто такой потери головы. Ага. Вот. Вот, ну ладно, наверное, тогда. Да. Спасибо.